Многоуважаемые доны и доньи, здравствуйте! Сейчас будет стихотворение о философском первоначале каждого из нас с вами. О тех весах, которые скрыты внутри каждого из нас. И о том, выбор между кем мы делаем день ото дня. Майков Аполлон Николаевич. Подъемлют спор за человека два духа мощные. Один эдемской двери властелин и вечной страж ее от века. Другой во всем величии зла, владыка сумрачного мира. Над огненной его порфирой горят два огненных крыла. Но торжество кому ж уступит в пыли рожденный человек? Венец ли вечных пальм он купит, или чашу временную нег? Господень ангел тих и ясен, его живит смиренья луч, но гордый демон так прекрасен, так лучезарен и могуч. Спасибо.